Манжелка Бердыходжаев – нейрохирург, который за свою карьеру провел более 1500 высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга. Сейчас он заведует Центром нейрохирургии в Центральной клинической больнице Алматы. Высококлассный специалист сегодня передает свои знания другим. Его имя внесено в список 100 новых лиц Казахстана. Податься в официанты или попытаться поступить в медицинский? Много лет назад, после окончания школы в родной Кызыларде, Манжелкы Бердыходжаев стоял перед таким выбором. Совсем по-взрослому взвесил все «за» и «против» и стал изучать медицину в Карагандинской академии. Учиться нужно было только на отлично, чтобы получать повышенную стипендию. Просить помощи у родителей пенсионеров было просто стыдно. Потом продолжил учебу в клинической ординатуре военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. И уже много лет он проводит сложнейшие операции на сосудах эндоваскулярным методом, то есть без наркоза и каких-либо разрезов. После такой высокотехнологичной процедуры пациента на следующий день уже могут выписать из больницы. На счету нейрохирурга сотни спасенных жизней. Коллеги решили, что Манжелкы Бердыходжаев просто достоин списка 100 новых лиц Казахстана и проголосовали за него. Я думаю, что Манжелкы Саляович вносит большой вклад в казахстанскую медицину. Он очень много работает, используя самые последние технологии. Казахстанский опыт в области нейрохирургии хорошо известен за границей благодаря Манжелкы. Он часто ездит с лекциями за рубеж. А вот донести до своих граждан информацию о тех уникальных технологиях, которые успешно применяются дома, не всегда удается. Мы можем конкурировать на уровне мировых клиник и оказывать нейрохирургическую помощь нашим гражданам мирового уровня. У меня и у моих коллег есть планы в Южном регионе и, в частности, в городе Алматы открыть по подобию Астанинского центра нейрохирургии свой центр нейрохирургии и оказывать современную высокотехнологичную нейрохирургическую помощь. Еще одна цель на ближайшее будущее – опубликовать совместный научный труд, над которым вместе с ним работают специалисты из Канады, Бразилии, Франции и Казахстана. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар 24.